Автовышка с рабочими, очищавшими снег с крыши жилого дома, опрокинулась в центре Тюмени. Два человека получили ранения. Инцидент произошел накануне в 9:30 вечера. Из-за узости проезда между домом и учебным корпусом Института государства и права Тюменского госуниверситета подрядная организация установила автовышку прямо на проезжую часть улицы Челюскинцев напротив Дворца Пионер. Рабочие находились в люльке. Однако в какой-то момент выдвинутая на всю длину стрела автовышки перевесила, и вся конструкция завалилась на бок. В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что бригады скорой помощи прибыли на место происшествия уже через 8 минут после вызова. Обоих пострадавших доставили в травматологическое отделение 2-й областной больницы. Однако одного мужчину, получившего перелом, госпитализировали. Второму, жаловавшемуся на травму глаза, помощь оказали прямо в приемном покое и отпустили домой. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.